Осторожно, двери закрываются. Привет всем! Сегодня снова приехали на электричке в сад. Сегодня последний день лета. Погода стала прохладной, пасмурной. Наконец-то эта безумная жара закончилась. Друзья, вот там, где синенький домик, виднеется крыша, там наша платформа, когда мы едем из города. Мы вот там вышли, перешли 18 путей. Вот смотрите, переждали два товарняка. Вот, это нам надо было перейти все. И сейчас мы пойдем в ту сторону, и нам нужно будет еще перейти два. Вот, друзья, идем дальше. Вот последние два переходим, и получилось в общей сложности у нас 20 железнодорожных путей, которые нужно преодолеть. Вот смотрите, а где два пути? А, и там еще вдалеке, но там не критично. И вот там еще два. Ну ладно, это самые главные мы преодолели, которые опасные, по которым серьезно и часто ходят товарняки, пассажирские. А сейчас мы идем дальше, там еще два. Ну, там ерунда, это не считается. Вот, и знаете, вспомнила старую песню. Многие из моего поколения ее знают, и хочется спеть. Опять по шпалам иду, я в сад по привычке. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Вот тут тоже шпалы. Вот видите, такие у нас тротуарчики везде и шпал. Вот так что вот мы так преодолеваем. Вот плохо. Вот есть там до нашей платформы. Платформа там, у них всего один путь железнодорожный, который они должны бы были преодолевать, если бы они в сады, ну, допустим, как мы выходили. У них почему-то есть этот мост перекидной, все удобно, там и платформа, и мостик, ну, все такое фундаментально все сделано. А у нас вот 20 путей, еще два вдалеке вот сейчас дойдем. Мы должны ползать тут. Это же опасно очень. А еще ходят всякие старики и старушки дряхлые. Представляете, как им трудно скакать по этим шпалам, по рельсам. Тут можно и голову-то себе свернуть. Не то что посмотришь на них, так жалко становится. Они все такие старенькие, горбатенькие, еле ползают. Вот все равно в сад вот хочется. И они вот, вот видите, тут вот снова еще два препятствия. Но это ерунда, тут очень редко что-то бывает на этих. Я из этого всерьез не беру, а если считать, то 22 получилось. Вот так. Иногда приходится, конечно, обходить. Тут наставят, стоят какие-то, ну, всякие специальная техника, и приходится нам крюк делать, обходить. Все, препятствия в виде железной дороги закончились. Дальше вот такие, опять по шпалам иду, вперед по привычке, пара-пара-пара. Все сгнили, ой, мама родная, так вот мы
и живем. Хотя у нас с другой стороны населенный пункт, который называется Рублево. Мы шутим, что мы живем на Рублевке. Ну, у нас сады, дачи на Рублевке. Шутим, конечно, смешно. Такая дорога. Сейчас еще покажу мостик. Ой, запнулась. Ой, круто. Так, вот тут вот сами кто-то накидал этих поддонов старых, чтобы тут не увязнуть, когда дожди тут. Такие лужи огромные. Вот, смотрите, какой ужасный мостик, он без перил. Там он вниз. Если ты скувыркнешься, то мало не покажется. О, перешла. Фух.